Ковалев Николай, спортивный директор, старший тренер спортивного плавательного клуба «Винсвин Клаб». Приехали на Кипр на 2 недели на оздоровительно-обтягивающий сбор. Вот, нас 35 пловцов, и в течение 2 недель мы тренировались, оздоравливались на Кипре в городе Лимассол. Метровый 8-дорожечный бассейн. Он был предоставлен нам компанией Active Planet в полном объеме. Мы получили то количество тренировок, о котором мы договаривались. Бассейн соответствует международным стандартам, где можно выполнять любую работу для пловцов самого разного уровня подготовленности. Хорошая гостиница с нормальным питанием. Я считаю, что есть все необходимое для того, чтобы выполнять работу любой направленности и пребывать здесь в течение всего сезона. Мы ездили в аквапарк, экскурсия очень понравилась, спортсмены очень довольны. Аквапарк большой, комфортный, что для нас очень важно, без каких-то очень экстремальных горок, на которых спортсмены могли бы получить травмы. Поэтому мы съездили и остались очень довольны. Меня зовут Алексей Матвеев, я многократный чемпион СССР по плаванию, победитель города доброй воли. На мой взгляд, это одно из лучших мест в Средиземноморье, куда можно было бы приехать и действительно посвятить полностью себя тренировкам именно как в воде, так и в открытом море при необходимости, так и в природных местах. Даже пару недель здесь дает большой эффект на будущее и хороший задел для того, чтобы проделать качественную работу, если это не основная работа здесь. И в целом, я думаю, что Кипр как место проведения таких сборов является приоритетным, в том числе и для многих сборных команд, не только, наверное, России и клубов из России, но и большинства мировых лидеров, европейских лидеров плавания. Рады, что ознакомились с этой страной, потренировались на Кипре, в бассейне, в котором тренируются многие сборные команды разных стран, многие серьезные спортсмены, с которыми мы тоже знакомы. Спасибо Active Planet за организацию учебно-тренировочного сбора плавательному клубу «Винсвим Клаб».